Значит так, вот это наша квартира. Вешалка. Обувь тут вся разбросана, Ренаты накончен чемодан. Идем дальше. Наши сумки, вот стреляж. Ну вот я такая иду, иду. Тут хоба. У нас тут, ну, закрыто, сейчас Рената там купается. Дальше тут Бушенкова тут мастерит, готовит. Красиво очень, кухня лучше, чем дома даже. Вареники, Мойка такая. Ну, в общем, как дома. Тепло и уютно, и шторки похожи на меня. Холодильник. Красивый, но пустой. В нем абсолютно ничего нету. Да, во всех местах пустой холодильник. Ну, вот это наше стоит. Все. Ну что? Пошли дальше. О, тут картина Репина. Мы не ждали, проститутство. Проститутство на кровати, на диване разложили. Вот это красивые шторы. Мне они очень нравятся. Стена. Телевизор. Кое-что посмотри, не накрашено. О, чтоб все заметили и запомнили это мужское лицо. Ну, мы сами пошли. Вот это тоже. Что тоже? Что тоже мужское лицо? Вот это тут будет спать Рената. Самая большая женщина на самой маленькой кровати. Мы нашли ей применение. Тут будет спать та, которая лежит, и та, которая варит. А тут будут спать два бильярдных шарика. У них будет самая обалденная, чудесная постель. У нас телевизор, у нас такие шторы. Боже, мы просто в шоколаде. Сейчас я залезу, и я сейчас буду прыгать. Я прыгаю, Боже, какой это кайф прыгать в постели. У нас постель просто супер. Нам, но могут только позавидовать. Итак, эта квартирка итого стоит 300 гривен за сутки. Да, нас 5 человек. 300 гривен и 2,5 часа ожидания. И 2,5, да, часа ожидания. Сидели на улице, ждали ее как дуру, боже. Это было ужасно. Но эта квартира этого стоила. Мне она очень нравится. Все, конец.